Тепло, у меня еще шарф есть, куртка теплая. Вот. Тепло. Нет, я не волнуюсь. Я сейчас на физиотерапии. В этом ничего страшного нет. Там просто прогревание. Потом домой. Все. Просто я до этого еще ездила, кое-что сделала. И рано сюда приехала. Поэтому сижу, теперь жду. А с кем? С кем мне пойти? С кем? Всем давай. С кем я должна была пойти? Мне не с кем. Ну, это мои же проблемы. Почему я должна других привлекать? Плюс, допустим, у меня сестренка тоже сейчас болеет. Она сейчас тоже там в больнице с мамой. Вот. А я взрослая девочка. Переживайте за меня. Нет, на машине. На такси, точнее. Тело проявилось, не понимаешь, что это сгусток. И чтобы их расставить, нужно вот это. Надо шли по таблетке, вычитай где-то. Да, на английском, на экспериментальные статьи врачей, как делают. Ну, когда у меня похоже на печень, я не закончится всего ночи. Ты куда? На улицу? Вообще. А меня не хочу на свете. Я думала, у вас быстрее уже нет. Нет, все так. Ну, на улице, когда она мало печень, то там вот здесь повыше. Я знаю, да. Активным спортом. Свет, конечно. Вообще мне его тренер сказал, если до 6
Видите, у меня глаза как так темно-карие, кажется. А все, что до 6 можно видеть? Да нет, ну, не вот очень. Я только один раз в день ночью, 3000 калорий. Привет. Это единственное количество. Я копченая, жарю даже. Кто странный? Мы же голодаем, вот сегодня считаем, да, вы все равно у нас есть даже вам хочется кушать, потому что вы не кушаете, вы себя сдерживаете. Вы идете, и вы не чувствуете чувство насыщенности. Наелись, а потом говорите, ой, я же ел. А через 15 минут вам еще плохо, еще хуже переедет. Так что у вас насыщенность организма приходит позже, да. Через 15 минут после еды. Вы должны выходить со стола с чувством легкого голода. Тогда через 15 минут вам будет казаться, что вы наелись хорошо. Он завез только 500 грамм калорий, да, и есть деньги. Это, конечно, 300 грамм мяса туда. И углеводов столько. Быстро. Чуть-чуть. Один маленький шарм есть, то вес на поджелудочном. Мне сказали, что слишком высокая нагрузка за раз. Но мне сказали, ни к чему никогда не приводит, скорее всего. Слишком маленький. Ну, это хорошо. Это не есть хорошо. Я купил банок на хер. Все, что у нас 42 минуты. Я слышу, пришли. Я просто после ковида проспался. Ну, ты как пьяный. Вот. Я проспался, уже пьяный. Я работаю ученым. И это качество жизни. Я много думаю больше всего. Какой области? Информатика, наверное, физика. У меня больше как менеджер проект. Как понять, что с 11-го? Нет, 14-го. Или ночью хорошо спать, днем я могу часа три поспать, и ночью буду спать хорошо. Я не могу ходить, когда я не могу Не знаю, я с чем это связано, я не знаю, что это связано. Витамин D изменился. На УЗИ ходила. 10 тысяч человек, ну гигантскую, не знаю, что. Попил 2 недели, и вот сейчас я вчера снова. Потом расскажу. Попозже. Значит, 30 достановим, значит, 30. Мне 17. Мне 17 витамин D вчера. А тебе? И вы прощали, что я 10 тысяч назначил. И она говорит, вы не думаете, что это много? Вы, говорит, за год на 2 единицы все сможете поднять. Я еще загорел, почему? Потом в магистрале на 30 тысяч больше. Если это мало, 65. Это не хорошо. Я вчера слушала, сколько парла на эндокринолог, диетолог, нутрициолог, все это много. И вот она говорит, что 30 ходит мало, а только человек, то есть будет 65. И его не лечит трубу собой. И вместе с жиром. Вместе с жиром. Начал еще пить кальций с ним, но не кальций. Нет, у меня лучше. Она хрестовина в сосуде.
Так что, ребята, так, сумочку, окей, сумочка, ну она вообще маленькая, не знаю, почему она, видео она такая большая, по размеру она маленькая, просто у меня сейчас стоит зум немного, вот. Здравствуйте всем. Что там с аристикой?